устроила встречу, понедельник все работают, да все тусуются. Ты прям вообще очень секси стала. Я за тебя стала бояться теперь. Я долго на вас смотрела, думаю, вы не вы. Посмотрим, что в вашем московском фикс-прайсе есть. Не пойму. Я не пойму, это я шучу или я серьезно? Мы? Да? Ты что пьешь, Крис? Счастливый какой? Ну вот, у Селины просто в Инстаграме, у нее, ну, типа, случайно, видишь? А у меня тоже случайно. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Дэнни! И... Крис! Мы едем на встречу, я сделала спонтанную встречу, просто собирались пойти в торговый центр, и я думаю... Дай напишу девчонкам, потому что не знаю, будет ли еще возможность. Кристинка завтра утром улетает, поэтому спонтанно все. Смотрите, у нас телек тут. Мультики мы смотрим. Это единственное такси, которое попалось нам вот с мультиками. Так прикольно. Ну все, мы едем в Охотку. Увидимся, посмотрим, кто придет. Одна девочка сказала, точно придет. Так что до встречи. Ну вот, мы и на Красной площади. В общем, много что здесь есть показывать, но первое, что я вижу, какой-то огород на самом деле. Вот. Я не понимаю, что это такое, ты не знаешь, что это может быть? Здесь какие-то карусельки, вот раньше этого не было всего. А вот это что такое? Новое. Вот какая-то непонятное сооружение, какая-то непонятное я сооружение, а я не русская. Вот эти карусели прикольные. Я не пойму, что это такое вообще. Лесенки вот убирают. Что это? Летнее кафе, что это такое? Летнее кафе? Было? Так, нам вот, ну пойдем еще, пройдем вот так вот и спустимся уже в охотный ряд, потому что ветер не очень комфортно, честно говоря. Я надеюсь, меня слышно, и из-за ветра не это, не мешает. Бля, и тоже вот застекленная штука такая. Какая-то музыка играет, люди ходят. Тусовка, понедельник. А мне говорят, вот ты устроила встречу, понедельник, все работают. Да все тусуются. В общем, я забралась, там где музыка, и тут, короче, вообще что-то интересное. Думаю, здесь какая-то подготовка к каким-то соревнованиям. И везде написано, что это Radio Energy. Куча народу. Классно. Да, мы с Кристинкой по очереди смотрим, так что сейчас я ее приглашу. Вон народ поднимается и поднимается. Вот Москва, все время что-то чудят. А из нашего окна площадь Красная видна. Ну что, мы зашли в охотный ряд. Здесь так тепло и уютно. Сейчас будем ходить по магазинам или попьем кофе. Я утром просто не позавтракала, как всегда, толком. Мы, наверное, я не знаю, либо попьем кофе, либо сейчас походим, чтобы к 5 уже сесть пить кофе, чай. Вот. Ой, как я соскучилась! Зашли с Кристиной в Страдивариус. Меряем вот такую обувь, но она осенняя, к сожалению. Вот что-то типа такого я хочу, только кожаное. А здесь прикольная цена, классная. Сейчас Кристинка придет, я покажу, что на ней. Она за мной бегает. Крис! Ты где был? Где был? Вот эти тука ты говоришь? Вот у Кристины. Вот это тука ты говоришь? Чего тука? Ну, какой ты говоришь, тука или что? 37-й у меня вообще маленький. Кристина нашла себе высокую обувь, которую давно хотела купить. Сейчас она выйдет нам под юбочку, их померит. Ну, а мы решим, нравится нам всем или нет. Да, Дэнни? Да! Да!
Короче, мы как-то вот вышли, и вот я что-то мне не очень нравится. Я Кристинке говорю, может, она юбку не ту подобрала. А ну, подкати, короче. Встань ко мне. Ну вот, не знаю. Ты прям вообще очень секси стала. Я за тебя стала бояться теперь. Чё, Крис? Крис, прости. Ну чё? Боюсь, что это немного не мой фасончик. Не твой фасончик. Глянь, свой какой. Забитый. Да и... Пойдем, там уже девочка пришла, ждет нас. Ну вот, мы пришли. Я тут отбегала ненадолго, мне очень надо было. И у нас постоянная наша зрительница. Да, всем привет. Смотри, я решила тебе приобрести такой краснодарский букет. Спасибо. С собой ничего не тащила, потому что у меня весь чемодан ребенком занят. Чебрец, да, и душица. Так мило, спасибо, Света. Что, чтобы тебя согревала этими... Да. Тут все. Это от Кристинки нам. Нам, тебе, то есть от нас. Так, у нас готов уже латте. Нам девочка понравилась. Да? Ну, бабник, ну, бабник. Ушел под стол. Ты где там? Деня. Гулять пошел исследовать. Ты там где? Смотрит, да? Ну все, давайте тарандеть. Я думала, будто один человек, представляете, привет. Ой, какая красотка пришла к нам. Присаживайся, присоединяйся. Оказывается, не один везунчик в этом городе, да? А целых два уже. Может, еще кто-нибудь присоединится? Ну все, привет. Их не две. Их три. Знакомьтесь. Всем привет. Как тебя зовут? Люда. Люда. Ура! Все, мы продолжаем сидеть, обсуждать насущные дела. Так, Саша чай подарила, другим девчонкам тоже надо что-то. Решила вам вот масочки, а то не моли, держи. Питательные. Да, как девочкам 18 лет всего лишь. Говорю, дайте что-нибудь не омолаживающее, а питательное. Так что... Будьте красивыми. Да. Снимай меня быстрее. Эмоции. Скажи. Это браслетик? Там еще внутри что-то должно быть. Офигеть. И мне подари. Вот это красиво. Блин, я так люблю эти всякие штуки. Дай посмотрю. Красиво. Я прям даже надеюсь. Фокус. Сейчас как раз будет хорошо. Сережечки. Да фокус. Сережки? К-буква? Ничего себе, ты какая крутая. Крис. Счастливая. Так, я должна теперь. Теперь я должна открыть. Вот так вот свое. Я обожаю масочки на самом деле всякие. Blackhead. Это черная маска для лица или нет? Это то, что у нас идет. А, пленочка это что? Да. Буду все потом показывать. Черным лицом буду. Так, коллагеновая масочка. Браслетики. Мне как раз, знаешь, сюда подходит. Да? Все классно. Вся такая в золоте, бриллиантах. Класс. Спасибо, дорогая. Можно целоваться вечно. Все, Кристина при параде. А что? Поехали, вас начнем. И вот еще один счастливчик нам подошел под конец нашей встречи. Привет. Как зовут? Маша. Маша. Так что, еще девочки, вот они стоят, поглядывают, а это я не пойму. Стесняются подойти, включили камеры, снимают. Я вот вроде уже готова махать. Привет. Привет. Я долго на вас смотрела, думаю, вы не вы. Боишься подойти, да? Мы уже, видишь, так разбировались все. Ну, можно я так с вами тогда сразу? Да, все, пойдем фоткаться. От Марии поступила... предложение. Пойти в московский фикс прайс, недалеко от охотного ряда. Мы с удовольствием поддерживаем эту идею. Сейчас тогда мы малому купим кое-что и пойдем на Тверскую. Надеюсь, он не закроется. Много света. Блин, на Тверской. Мы вышли, короче, вот осталось нас немного. А точнее, нас покинула, по-моему, только одна Саша, да? А мы решили идти. Я запыханная, потому что коляска тяжелая. Я быстрая.
Вот, мы идем в фикс-прайс. В общем, посмотрим, что в вашем московском фикс-прайсе есть. Если что-то возьму, то будет отдельное видео, здесь не покажу, извините. Прежде чем войти в фикс-прайс, у нас подготовка. Заходите. Без Кристинки я бы не справилась. Ладно, все, будем, в общем, смотреть, что у вас здесь есть. А потом расскажу, что к чему. Кого там? У нас был такой, мы его удачно загрызли. В общем, хожу по фикс-прайсу, прошла уже половину магазина. И вам скажу то же самое, что и у нас в Ростове. Вообще ничего сейчас нового пока не увидела. Так что Ростов, Москва, все города, в общем-то. Мы все в теме, да? Все одинаково у нас. У-у-у. Ну вот думаю, вот эти взять. Или вот эти. Не пойму, какие сюда больше подходят. Кстати, прикольные очки, да? Я чисто приколоться взяла. Даже синие, по-моему, да? Интересные какие. Крис, по-моему, прикольные очки. Не пойму. Я не пойму, это я шучу или я серьезно? Крис. Дэнни. Ребята. Да нормально. Бери, да? А ну, Крис, дай. Ну, я другую форму взяла, вон там лежат. Где? Они все одинаковые. А, нет, да, рад. Кстати, бля, тебе идет. А ну-ка, дай замерю, серьезно. В общем, хотела я взять очки себе с красными стеклами, но... Стеклами, с красными глаз-масками. Но Кристина сказала, что красный цвет очень вреден для глаз. И я не взяла. А так бы я сейчас была с очками с Москвы. И если бы меня спрашивали, где купила, не говорила, что я в фикс-прайсе купила, я бы сказала, в Москве. Недалеко от охотного ряда. Крутые очки. Вот. Ну, девчонки выбрали себе там свечки, чипсы, в общем. Все, наверное, мы сейчас домой уже поедем. Или прогуляемся по Тверской. Вверх куда-нибудь туда. Посмотрим. Жалко. Да, конечно. Я снимаю исключительно себя. И все, кто сзади. Кстати, проснулся. Давай, как ты, ладушки пока? Давай. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ели, как? Полетели, полетели, полетели на голову. Ой, ну подошла. К маме. К маме. Скажи, я мамин. Я мамин мальчик. Только я собралась, такая думаю, сейчас с девчонками пойдем по Тверской. Они такие, все, пока, Селена. Пока. Все, спасибо вам, что пришли, девчонки. Надеюсь, в следующий раз я постараюсь пораньше это все сделать, чтобы нас было больше, что-нибудь придумать. Ну, короче, Москва вообще у меня два раза уже встречу сделала, у себя еще не сделала. Ну все, увидимся. Все, давайте. А мы пойдем поверху. Закрыла чуть-чуть. А мы пойдем, короче, наверх. Да, мы не потеряемся. Мы что тут жили. Я что тут 10 лет прожила. Ну пусть лежит. Птичьи мешает, но цветочка. У меня красивый цвет, да? Но надо так сфоткаться. Да, сфоткаться. Ну пойдем, короче, вверх туда, да? Тверская. Хоть и дождь капает, реально. Все такие прищуренные идут. Че, блин, вот что это за дрянь, что это? Что? Надо что-то придумывать там, не знаю. Крис, ну придумаем в следующий раз, извините. Во-первых, спонта... Бля, мы такие... Да ты вообще, бля, главное снимай. Сейчас выйдут по голове нам подойдет. Кто нам подает? Мы с ребенком, кто нам подает? Подает на голове. Короче. Кристина недовольна? Нет. Кристина недовольна, что мы не развлекли наших зрителей. И говорит, надо что-то придумывать. Шампанское. Да, 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 чтобы... На самом деле я думала, вот как раз таки в Ростове я думала больше заранее, я смогу как-то, потому что я же не уезжаю. Здесь приехала на 2-3 дня. Тут мало того, что ловить. Ветер дует. Мы как... Вообще на Северном полюсе как... С Москвой и угрозы. Обещаю вам. Короче, все будет хорошо. Чем больше зрителей, тем лучше организация, я думаю, будет. Так что... Спасибо моим преданным зрителям. Я считаю, что нужно купить бутылку шампанского, взять игру
Альяс, например, Альяс. И поиграть. И Activity, да. Это будет вообще замечательно. Да, было бы классно. Ну и надо место тогда заранее какое-то организовать. Ну, да, вон, походный ряд, там 40 рублей туалет, не подходит. Нужно кофе и бесплатный туалет. Да, бесплатный кофе, бесплатный туалет. Не, ну можно было бы организовать вот рассоль, я думаю, что-нибудь организовать такое, чтобы там было кофе, чай. Кто-то хочет шампанское немножко. Немножко. И того, кому есть 21. У нас как в клубах. 21, 18, мы не в Америке живем. Так, 21. Так. Вот, и поиграть, что-нибудь сделать. Короче, будем думать, конечно же. Просто такая ситуация. Ты показала цветок? Да. Красота! Побежали в детский отдел скорее. Это просто, это H&M, это просто мейджи какой-то. Посмотрите, как тут красиво. Фоткайся, фоткайся, не хочу. Сейчас скажи, где находится. H&M на Тверской. Мы же гуляем на Тверской, все поняли уже. Мы в детский отдел приехали, сейчас чуть малым посмотрим. О, добро пожаловать. Музыка такая. Ну что, идем? Эти зеркала в H&M. Мы просто не можем пройти мимо. Мы фоткаемся у каждого зеркала. Очень красиво вообще здесь прям. Спасибо H&M за красоту. За приятные впечатления. Просто в глазах, в голове. За фотки классные. У вас. Смотри, лошадка. А ну-ка садись. На лошадку садись. С двух сторон ножки. Смотри, лошадка белая. И дыня на лошадке. Но! Но! А ну, Крис, нас сними-ка сдалека. Сейчас она сделает прическу. Крис! Крис! О, какая прическа ты пришла. Она на лошадке. Мне лошадка. Ма, какая мне лошадка? Мне машину дала. Лошадка какая? Ты видишь, лошадка? Лошадка. Иго-го! Иго-го! В общем, тут нет ничего на малыша, теплого у них ничего нету, того, что я ищу, ни обуви, ни это, видимо, еще не привезли, но зато, зато классные зеркала мы, да, зато классные зеркала мы пофоткались. Может, ты меня еще разочек здесь снова прическу? Еще разочек тебя здесь? Снова прическа? Давай. Вы там присмотрели что-нибудь? Дэн, что будем брать? Джинсы или кофту? Что там залипло? Маечки. Маечку? Сразу 4? Сразу пачку хочешь? Да. А вон беленькая дальше. А беленькая? А вот это не нравится? Что-то ему он сразу коранчевая потом. А вот это не нравится? Смотри. Как тебе? Нет? Вот эти джинсы, вот эту майку. Ты уверен? А ну давай посмотрим сейчас. Дэнь, ты уверен? Ну вот уже не уверен. Все-таки оранжевый. Ладно, ты определяйся, я пойду пока готовить твои вещи. Ты что бьешь, Крис? Счастливый какой? А ну целую, Крис. Давай.
Такси уже рядом. Классно, отдохнули. Гуси, гуси. Гуси, гуси. Взяли по пути еды, целый пакет, блин. Блин, в Москве на еду уходит так много денег. Ой, сейчас будем разбирать. Хотите узнать, чем мы питаемся в Москве? Вот, я взяла малышне. Так, Дыня, ты не кидайся. Я взяла малышне, это на скорую руку. Творожки и вот говядина с гречкой. И вот это я беру с собой всегда, вот эти вот, как их называют, кашки. Йогурт. Это если нет времени что-то приготовить, я ему беру. Папа может, моя любимая фирма. Я беру и копчененькую колбасу. Ну, как да, копченая, варено-копченая. И просто колбаса вареная, без жирков я люблю. Взяли салатик попробовать, вот такой вот. Это сейчас на закусочку. Нам взяли шампусик, Кристинка уезжает, улетает. Взяли пельмешки Цезарь, вот такие вот. Кристинка вот выбрала и корочку, мы любим кабачковую. Сметанку к пельмешкам, к шампанскому я взяла три вида сыра. Это голландский, пармезан, само собой любимый, и маасдам, тоже люблю. Хлеб, вот такие вкусняшки Милка, еще не пробовала, попробую сейчас. Сок. Покажи. Нет. Ах ты стесняешься. Нет, не вырежу. Все оставлю. Та-да-да-да-дам. Та-да-да. Ну-ка, ножку покажи. Та-дам. Ну и все, в принципе. Голодные, злые, все уже надавило, натерло. Все, садимся есть. Ну что, крошки, вот мы сидим, короче, тут уже все поели. Малыша я уложила спать. Накормили, уложили, искупали, уложили, накормили, искупали. Вот, сидим, короче, сейчас в Инстаграм выкладываем фоточки. Инстаграм мой здесь будет. Заходите, подписывайтесь. Там-то все сразу, и встреча с подписчиками там была организована спонтанно. Инстаграм просто удобней в оперативном... Ой, только не притворяйся, что ты пьяна. Нет, я просто конец дня устала и заговариваюсь уже. Информационное, оперативное информационное поле Инстаграм, поэтому туда давайте. Информационное, оперативное, информационное. Ой, давай не придуряйся, что ты выговорка. Информационное, оперативное поле. Оперативное информационное. Крис уже по-свойски расслабилась. Ну не так вот класс. Ну вот у Селины просто в Инстаграме у нее. Ну, типа, случайно видишь, а у меня тоже случайно раздувает. Криса, что ты творишь? А как это место красное? Расслабилась, осень? Детка. Называется Красная площадь. Красная осень? Нет, Кристина, это не Красная осень, это Красная площадь. Да? Просто Новороссийск. Новороссийск? ТЦ, у меня же тоже Красная площадь. Не, мы в Москве. Что-то это атрибуты Красной площади в Новороссийске поставили. В общем, крошки, в Инстаграме много фотографий и вопросов к вам, и фотка со встречи с подписчиками, с моими девочками, красотками. Опять пришли. Одна девочка Саша, которая уже второй раз приходит в Москве, уже моя постоянная зрительница. Новые были, так приятно было. В стороне стояли девочки, там человек 5-6. Снимали на телефон со стороны. Я вроде хотела помайковать, а потом думаю, может, это не ко мне, просто снимают со стороны, не знаю. В итоге потом две девочки подошли, говорят, а мы думаем, вы, это не вы. Все снялись подойти, в общем, сделали селфи и убежали. Вот. А мы потом пошли в Фикс Прайс, короче, потом девчонки нас бросили. В общем, я весь влог решила пересказать кратко. А ты же рассказала. Я же все показывала. Они такие посмотрели, и в конце краткое содержание.
Это надо в начало кусочка. Короче, я устала на самом деле. Вообще устала. Сейчас мы еще посидим и пойдем спать. В общем, я к чему вообще включилась? К тому, что я хочу с вами попрощаться. Этот влог будет такой вот... Чисто встреча с подписчиками и фикс-прайс в Москве. Вот. Надеюсь, вам будет интересно это видео, как мы тусим тут. Которое мне подчеркнуло, что в Москве фикс-прайс ничего не нужно. Да. В Москве фикс-прайс такой же, как и в Ростове. Даже, может быть, и... Даже, может быть, и хуже. На твоем районе вообще крутой. У тебя на районе вообще крутой фикс-прайс. У меня на районе фикс самый лучший. Вот. Ну все, крошечки, давайте я с вами прощаюсь. Я вас целую. До следующего видео. Я впереди готовлю для вас много интересного. Поэтому, кто в первый раз у меня, подписывайтесь. Ставьте лайки все, а не только кто первый раз. И люблю вас. С вами была ваша Селена Свей. Целуйки.